Представители молодежных объединений первыми отметили День молодежи. Для самых творческих и активных ребят приготовили программу на 4 разных площадках – на земле, под землей, на воде и в воздухе. Группы разделились и побывали на экскурсиях, на аэродроме, в подземном храме, в музее ядерного оружия. На набережной реки Сатис прошла встреча по водной тематике, наполняясь вдохновением. Участники мероприятия поиграли в музыкальный квиз «Крики чайки». Игра состояла из нескольких раундов. Ребята поделились на команды и должны были отгадать композиции или исполнителя по музыкальному отрывку от 90-х годов до современности. Сегодняшний музыкальный квиз у нас был максимально связанный с водой, с ее там со всеми агрегатными состояниями, как в названии исполнителей, так и в названии музыкальных композиций. Это очень приятно, когда все хором толпой подпевают, особенно когда нужно продолжить слова припева, и все просто в самую сильную долю начинают громко петь. Это, не знаю, отдельный кайф какой-то. После музыкального квиза активисты послушали познавательную лекцию от первого заместителя директора департамента городского хозяйства Людмилы Шлепугиной. Лектор рассказала интересные факты об экологии, водных объектах и ресурсах города. На площадке по водной стихии было место и творчеству. С помощью красок и кисточек молодежь расписывала водяные свистульки-птички, которые потом пошли на благотворительную ярмарку. Здесь мальчишки и девчонки могли в полную силу проявить свою фантазию. Конкретно на нашей точке присутствуют ребята Саровского медицинского колледжа. Это школьники российского движения детей и молодежи. Это ребята с военно-патриотических отрядов. Ребята с общественных объединений и студенческих организаций нашего города. Мероприятие мне очень понравилось. Здесь мы угадывали песни, веселились. Было очень весело и интерактивно. Поздравляю с этим замечательным праздником, чтобы у них все получалось, все-все, и чтобы шли дальше к своей мечте. Дорогие горожане и саровчане, я поздравляю вас с Днем молодежи и желаю, чтобы у всех сбывались мечты. Чтобы у всех все лето прошло прекрасно и осень началась с хорошими мыслями. В финале мероприятия все желающие смогли покататься на лодках. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.